соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции председатель правительства должен представить президенту страны кандидатуру на должность заместителя председателя правительства и министров Российской Федерации, то есть членов правительства. Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать. Пожалуйста. Да? Пожалуйста. Значит, называю тогда всех. Да. Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Силуанов Антон Георгиевич. Заместитель председателя правительства Голикова Татьяна Алексеевна. Заместитель председателя правительства, он же полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе, Трутнев Юрий Петрович. Заместитель председателя правительства Голодец Ольга Юрьевна. Заместитель председателя правительства Мутко Виталий Леонтьевич. Заместитель председателя правительства Казак Дмитрий Николаевич. Заместитель председателя правительства Борисов Юрий Иванович. Заместитель председателя правительства Гордеев Алексей Васильевич. Заместитель председателя правительства Акимов Максим Алексеевич. Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Чущенко Константин Анатольевич. Министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зинчев Евгений Николаевич. Министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Министр обороны Шойгу Сергей Константинович. Кужугетович, прошу прощения. Значит, министр юстиции Коновалов Александр Владимирович. Министр здравоохранения Скворцова Вероника Игоревна. Министр культуры Мединский Владимир Ростиславович. Министр науки и высшего образования Котюков Михаил Михайлович. Министр природных ресурсов Кобылкин Дмитрий Николаевич. Министр промышленности и торговли Мантуров Денис Валентинович. Министр просвещения Васильева Ольга Юрьевна. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Козлов Александр Александрович. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Чеботарев Сергей Викторович. Министр сельского хозяйства Патрушев Дмитрий Николаевич. Министр спорта Колобков Павел Анатольевич. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушев Владимир Владимирович. Министр транспорта Дитрих Евгений Иванович. Министр труда и социальной защиты Топилин Максим Анатольевич. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Носков Константин Юрьевич. Министр экономического развития Орешкин Максим Станиславович. Министр энергетики Новак Александр Валентинович. Дмитрий Анатольевич, мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Мы с утра еще по некоторым дискутировали. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен. Подпишу сегодняшние все указы о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы. Я вас прошу к этому тоже подключиться по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы. Хорошо, обязательно все сделаем. И в ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерства.